Всем привет, ребят! С вами Ангусарит. И сегодня у нас будет новое видео. И только в кожаных штанах. Вот. И сегодня у нас будет новый ролик по Хватнатью Хавантат. Так, а что мы сегодня должны сделать? Сегодня моя цель взорваться. А, отпрыгнул скелет. Ты сгоришь. Гори, ясно, чтобы не погасло. А если погаснет... О, смотри, как хорошо кожаные штаны защищают. Смотри, это вон он же. Костяшки. А где собака? Или это не в этом жоне было? Или в этом? Или в каком, блин? Вот он, собачка. Не выбралась. Зомби нападают. Ты можешь не будешь. На. Главное. Это не уничтожено. И вот это то. Лучше. Точно. Волки — это ведь злые существа. Они могут пропасть. Сколько есть скелетов? Там я называю скелетик или что? Туда берете, блин. Это что за мир скелета? Убил скелетов. Паук еще! Так, да откуда вы здесь бьете? Конечно, деньги. Сегодня ролик, наверное, назову. Берусь новыми вместо того, чтобы снимать нормальный ролик. А еще некоторому человеку повезло. Конечно, не так сильно. Всего лишь закрепили комментарий, но... Пишите больше комментариев. Может, некоторые комментарии я закреплю. И он будет самый верху, самый главный комментарий в мире. Еще я удивлен, что никто у меня не пишет. Я первый, потому что у моих нов пишут. Я первый. Это кроме тех, у которых нету. Вообще. А так все пишут. Первый, кроме моего канала. Паучара, да сколько можно? Я даже похилиться не могу из-за этого паука. Да что у меня с него здесь скелетик, блин? Где ты? Еще двое вас! Что за день? Ладно, все, я свалю. У меня шапка сломалась. Крипер, не подходи. Плохой... Что за дочь смерти? Не бегать его, сын. Еще один крипер. Да не, единственное место, где можно обучить, это вот. Все, пошел вот. День мопский мобавник. Вместо нормального ролика собаки. Вот здесь мне хотя бы черти не настанут.
кресло не похоже. Нет. Я не понял. Все. Всем пока, ребят. Сколько не надо. Кожаный человек. Кожаный шарах! Ребята, никто не спрашивал, где читер-крипер. Но читер-крипер ушел спать. А еще я предлагаю Ламбара, мы тусим, тарара, тори, тяп. Уйди. Ребята, мне снимать один блог? Пишите в комментариях. Пожалуйста. Пожалуйста. Пишите в комментариях. Я пошел сейчас на спать. Меня бесит эти мобы. Так. Все, теперь меня никто не уничтожит. Как хорошо, скелет горит, рояль ломают, и зомби убивают. По дереву встал, а тут горит, все, да по дереву, все, умный, блин. Тоже мне умный. Есть еще скелетов, которые поубивают в скобочках, дофига. Там еще стрелы. Косточки. Это дробанный пытался убить, не важно. Так, там кожаные штаны. Там штани. Надо убить штаны. Спрятался. Что мне не видно. Может, у меня где-то еще завалялась какая-то фигня. Еще у нас сильное здоровье. Сильное здоровье на дракона, но еще долго надо мне будет мечтать о драконе. Пока просто будем мне на морковку. Где морковка? Морковка где? Ладно, морковки нету. Я пошел в лес смерти. Там хочу найти собачку. О, свинка. Здесь череда. Где? Не бегай. Курица. На лапках. Блин, а что? Может, сюда кто-то поймался? Ладно, на этом я заканчиваю наше видео. Всем пока!